Полутораметровая кипа из газет. Пока этот объект выглядит именно так. В будущем это важная часть тематической площадки на фестивале «Хоровод дружбы». Дегустация блюд «Каша из топора» пройдет рядом именно с этим огромным пеньком. Основная деталь нашей поляны – это макет большого пня. Вокруг будут установлены настоящие пни, которые будут служить столешницами для конкурсных блюд. Каркас, частички дерева сотрудники ДК «Юность» в Воздвиженке сделали из картона. Скрепили скотчем, проволокой и хомутами. Сверху в технике папье-маше наложили 5 слоев газеты. Сверху наклеивается гофрированная газета и промаживается клеем ПВА. А он подсыхает, она получается, она твердеет. И сверху через пульверизатор красится в цвет коры. Пеньку необходимо дополнение – такой мощный топорик. Основа сделана из цельного куска пенопласта. Однако мастерицы переживают, что конструкция может сломаться из-за ветра, поэтому планируют укрепить топорище. Пока сохнет краска на топоре, другие цвета мастерица придает крупинкам соли. Пищевые красители добавляют в кристаллики и быстро замешивают, чтобы пигментация проходила равномерно. Цветную соль заготавливают на заговоры и распределят по бутылочкам, которые гости праздника смогут приобрести. Например, зеленый цвет считается, ну, цвет благополучия. Желтый, например, не знаю, радости, красный цвет любви, там, что-нибудь такое. Найти на площадке «Каши из топора» можно будет и другие сувениры. К примеру, такие обереги из соленого теста. Баранки, калачи, хлеб, соль на рушниках, подковы. Это такая заготовочка, мы их разукрасим. Они будут очень яркие, красивые. Например, там ржаной хлеб, он будет похож на ржаной хлеб. Рушник с росписью, калачи с кунжутом, возможно, что-нибудь такое. Провести дегустацию каш разных культур возле пенька можно будет уже в эту субботу. Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» пройдет 26 августа с 12 до 20 часов на поляне микрорайона «Радужный». Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Телемикс.